Ультрамодные тенденции стрижек из Лондона в имидж-студии Елены Ивановой представляет парикмахер-стилист Наталья Волкова, которая этим летом прошла стажировку в британской столице. В стиле потрясающий и очень камерный курс с Ричардом Эшфордом, Джеком Бауни и их креативной командой в Академии Сейка Лондон, где нас ждал очень теплый прием, творческая атмосфера. Философия Академии Сейка всегда была. Красота и индивидуальность стоит на первом плане. Чистота стрижки. Мы должны увидеть, разглядеть индивидуальность человека, подчеркнуть их особенности формы стрижки. Технологии очень точные. Качественно проработанная стрижка, она дает вариативность укладок. И даже в одной и той же форме можно выглядеть абсолютно по-разному. Концепция индивидуальности позволяет работать в том числе и с консервативными клиентами. Идея стильной стрижки найдется и для них. Любая стрижка может быть креативной по минимуму. Даже базовая форма может быть креативной уже в укладке. Консервативные клиенты, которые ограничивают себя, держат себя в каких-то рамках, мы сможем внутри этих рамок действовать и работать, и создать очень современную, актуальную форму. Что касаемо цвета, на моделях мы работали в более креативных цветах, но эти стрижки вполне адаптированы для более естественных оттенков, спокойных. Все ультрамодное, как правило, требует смелости, но здесь важно другое. К счастью, и у нас есть возможность идти в ногу с передовыми стилистами мира.